Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас. Наша сегодняшняя встреча посвящена транспортным услугам, все, что с ними связано, и изменениям, которые произошли в 2024 году, на что надо обратить внимание. На экране вы видите наши контактные данные, наша электронная почта, наши телефоны, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Вести нашу встречу буду я, консультант-аналитик, один из Гардышева Галина. И, собственно говоря, мы будем очень рады, если вы будете задавать свои вопросы любым удобным для вас способом, письменно, устно. Письменно мы можем более предметно, скажем так, ответить на ваши вопросы. Но в любом случае мы будем рады сотрудничеству. Милости просим. Наша сегодняшняя программа будет посвящена, во-первых, настройке справочников, которые надо сделать в связи с изменениями, произошедшими в этом году, что проверить и что дополнительно оформить. Мы поговорим про транспортные договора и командировочные, поскольку в этом году, как вы знаете, у нас введены электронные транспортные документы. Про локальные нормативные акты, которые нужно привести в соответствие с законодательством. И вопросы, которые часто возникают, это отражение, например, длительных командировочных. И поговорим про дополнительные сервисы. Само по себе транспортные услуги – достаточно интересная тема, и про нее можно долго рассказывать, но, к сожалению, мы немного ограничены по времени, поэтому, в общем-то, очень сжато. Ну, начнем с теоретической части. Как будет наш построен с вами сегодняшний диалог? Это мы будем с вами нормативные материалы смотреть на слайдах и будем переключаться на демо-версии вот таким образом. Мы будем с вами работать на демо-базе ERP и смотреть то, о чем поговорили до этого теоретически. Снова возвращаюсь на наши слайдики. И немножко теории. То есть транспортные услуги у нас с вами, как вы знаете, разделяются на дополнительные транспортные услуги, которые связаны с доставками, то есть, например, доставка товаров и продукции покупателям, доставка того, что вы закупили со склада поставщика на склад получателя, то есть вас. То есть транспортные расходы мы можем разделить на несколько групп, точнее на три. То есть расходы, которые связаны с доставкой приобретенного имущества, расходы, которые связаны с покупателями, то есть на доставку товаров покупателям, и расходы на обслуживание автопарка. На самом деле есть еще и отраслевые решения, то есть дополнительные модули к ERP, которые позволяют учитывать автотранспорт, автопарк и так далее. Но мы сегодня будем говорить в основном только по ERP, не будем рассматривать дополнительные отраслевые решения, поэтому как бы начинаем с механизмов, которые заложены в ERP. Но сами транспортные расходы мы можем отражать документом приобретения услуг и прочих активов. То есть это у нас находится меню «Финансовые результаты», «Контролинг», «Приобретение прочих услуг и активов». Почему именно этим документом? Потому что этот документ имеет механизм встроенного распределения суммы на документы приобретения. Сейчас мы с вами посмотрим сам документ приобретения, то есть сам документ, и какие нам настройки необходимо выполнить для того, чтобы, например, начать работать с транспортными услугами.
Как всегда, это у нас начинается с подраздела НЦИ и администрирования. И, соответственно, мы должны включить настройки, которые позволят нам в дальнейшем работать с блоком транспортные услуги. Сейчас мы с вами снова переключимся на демо-базу и посмотрим, что мы здесь можем. То есть НЦИ и администрирование, нормативно-справочные, информации администрирования, и нас будет интересовать подраздел настройка НЦИ и разделов, склад и доставка. То есть мы сначала должны отметить несколько складов, и потом меню доставка, управление доставкой, ну, то есть отметить те галочки, которые соответствуют вашему процессу, ну, то есть соответствуют вашему бизнесу. А меню финансовые результаты контролинг, про который я сказала немножко выше, вот он у нас здесь. И здесь у нас есть оформление тех документов, про которые я говорила, реализация услуг и прочих активов. Это если вы оказываете транспортные услуги и приобретение услуг и прочих активов, если вам оказывают. Значит, соответственно, после того, как мы настроили раздел НЦИ администрирования, блок склад и доставка, после того, как мы выбрали возможность работать с несколькими складами и возможность управлять доставкой, мы можем двигаться с вами дальше. То есть эти значения у нас уже установлены, и мы продвигаемся дальше для заполнение справочников. А здесь мы с вами переходим уже в подраздел склад и доставка. Как вы видите, у меня на слайдике это выделено красным выделением. И мы с вами выбираем виды транспорта, соответственно, зонирование, если у вас оно употребляется, и сведения о наших транспортных средствах. Переходим снова в ERP и раздел склад и доставка. Нас интересуют не только справочники, но еще и некоторые другие подробности. Мы посмотрим их немножко позже. А на самом деле нас интересует управление доставкой подраздел. И вот эти справочники, то есть транспортные средства. Транспортное средство – это справочник, в котором мы создаем заполняем сведения о наших транспортных средствах, то есть номер, марка, для каких перевозок используется. Соответственно, как называется, и технические характеристики, то есть грузоподъемность, кубатура и сведения, которые указываются в техпаспорте, то есть какие сведения указаны об автомобиле, и если это грузовой, например, прицеп, то, соответственно, о прицепе. В этом случае мы заполняем только регистрационные сведения. Ну, вот у меня для примера заполнены, как вы видите, два транспортных средства. Одно грузоподъемностью 10 тонн, одно тяжелый текач грузоподъемностью 50 тонн. А вот, и, соответственно, вы создаете такие записи, которые соответствуют вашему автопарку. После того, как мы создали сведения про наше транспортное предприятие, мы заполняем сведения про зоны доставки. Ну, то есть, например, если у вас сеть магазинов, по которым вы должны развести свой товар, то, соответственно, вы задаете адреса и, соответственно, курьеров, которые должны развозить по конкретным адресам.
Для чего мы это делаем? Для того, что эти справочники используются в дальнейшем для составления путевых листов, ну и других электронных документов. Собственно говоря, у нас так подразделы есть в управлении доставкой электронные перевозочные документы. Как вы знаете, это у нас происходило в два этапа. То есть сначала были созданы три электронных документа, а немного позже были созданы еще три дополнительных электронных документа. И сейчас при переходе по вот этому пункту, по этой ссылке, мы с вами можем создать вот такой перечень электронных документов. И среди них, собственно говоря, выделить мне хотелось бы один документ. Это электронный путевой лист. То есть для того, чтобы мы могли обмениваться электронными документами, требуется дополнительные несколько шагов. Но я прошу вас обратить внимание именно на путевой электронный лист, потому что этот документ используется и для работы перевозочных компаний, и для работы, если автотранспорт принадлежит вам, и, соответственно, вы не оказываете транспортные услуги, а используете его для собственных нужд. То есть электронный путевой лист – это документ, который позволяет списать расходы на содержание, на эксплуатацию транспортных средств и, соответственно, оформить международные перевозки, междугородние перевозки, если это требуется. И, как вы видите, здесь мы можем заключить и договор фрахтования, и, соответственно, сопроводительную ведомость и дополнительно документы, кроме путевого листа, электронная транспортная накладная. То есть это у нас с вами, мы сейчас поговорим более подробно об этих документах, а мне хочется показать вам электронный путевой лист. То есть это документ, который позволяет, ну, во-первых, видите, здесь шаги отражаются, которые вы должны пройти для создания этого документа. Ну и в дальнейшем, то есть мы задаем дату, естественно, то есть когда начинается конкретно работа с этим транспортным средством, то есть либо с выезда из парковки, либо прием-передача водителям транспортного средства. Вот здесь есть у нас подсказочка тематическая. Если вы по нему щелкните, то попадете вот в такую справку коротенькую, что это имелось в виду. И мы выбираем виды перевозки и отмечаем, что, например, это коммерческая перевозка, то есть это какие-то транспортные услуги, или это перевозка для собственных нужд, или это передвижение, например, каких-то спецсредств, там, тягачи, экскаваторы и так далее. Мы выбираем, ну, допустим, перевозка для собственных нужд. Вид транспортного сообщения. Здесь нам тоже надо выбрать междугородний, например, транспортное сообщение городское, или это работа в черте области. Я выбираю городское, пока оставлю. Естественно, юрлицо собственное, то есть выбираю из списка, который у меня сформирован, свои собственные юридические лица. И отношение к этому транспортному средству, то есть это мое собственное транспортное средство, либо я его арендую. То есть, соответственно, если я выбираю арендодатель, то мне нужно будет указать собственника, то есть хозяина этого средства. Если я собственник, то я должна заполнить дополнительные справочники. И вот теперь очень интересный момент – это медосмотр, поскольку на путевых листах в обязательном порядке они должны ставиться. Техконтроль, то есть
проверка работы транспорта и показания спидометра. То есть, соответственно, я выбираю либо штатного сотрудника, либо организацию. Ну, естественно, в соответствии с выбранным вариантом зависит мера моей ответственности. То есть, если у меня медосмотр, я выбираю штатных сотрудников, я должна помнить, что у меня должен быть такой сотрудник в штате или по совместительству, и, соответственно, должен иметь право на проведение медосмотров. Ну, то же самое касается дальнейшего техосмотра. А показания спидометра вносит либо начальник гаража, если он у меня существует по штату, либо механик, ну, то есть в зависимости от численности и штатного расписания. И, соответственно, транспортное средство я выбираю из справочника, который мы с вами пару минут назад посмотрели, то есть справочник транспортных средств, которые мы заполняли. У меня вот для примера написан Volkswagen. Сейчас мы посмотрим. То есть я заполняю справочник транспортных средств, заполняю его грузоподъемность, как мы уже с вами посмотрели, кубатура и регистрационные сведения. Если что-то мне надо добавить, то есть, например, я добавляю к нему либо прицеп, либо какое-то дополнительное оборудование, чем оборудовано данное транспортное средство. То есть я, так сказать, технические параметры указываю транспортное средство, водителя которого выбираю из справочника, и предрейсовый осмотр обязательный, не обязательный, но, как вы знаете, он у нас обязательный, и путевой лист. Путевой лист сформированный либо на один день, либо на период, если у меня длительная командировка, например, длительная, сотрудник будет отсутствовать, то на какой период? После того, как я заполняю электронный лист, если я сохраню сейчас вот в таком виде, у меня программа будет ругаться. Будет ругаться на что? Видите сразу, сколько много у меня поводов для того, чтобы программа ругнулась. То есть это недозаполненные справочники. Соответственно, я должна к этому вернуться, и вот в случае, если у меня это действительно не заполнено, то заполнить необходимые сведения. И для того, чтобы использовать электронный обмен, мне необходимо оформить подпись. То есть, соответственно, заказать сертификат или добавить, если у меня это не оформлено, то есть озаботиться дополнительными действиями, которые я должна выполнить для того, чтобы зарегистрировать электронный документооборот. И вы можете вот по такой ссылочке посмотреть, что необходимо сделать, чтобы вы могли воспользоваться электронной подписью. То есть, соответственно, для того, чтобы начать работать с электронными документами, нужно настроить подпись так же, как вы настраиваете подпись для налоговой, допустим, отчетности. Только при создании подписи для обмена транспортными документами требуется, возможно, использовать Нет, если мы используем КЭП, квалифицированную электронную подпись, то для транспортных услуг мы можем использовать неквалифицированную электронную подпись. Давайте снова вернемся к нашим документам, к нашим слайдам. И снова на этом слайдике мы видим
те справочники, которые мы должны заполнить сначала, то есть вид транспортных средств, зоны, модели транспортных средств, которые мы используем. Это мы с вами посмотрели сейчас на практике. И на практике посмотрели заполнение справочников. А вот сейчас мы перейдем немножко к другому. Мы посмотрим с вами слайд, как отражается в бухгалтерском учете и в программе отражение транспортно-заготовительных расходов. То есть, когда мы ведем какие-то, например, транспортные услуги оказываем или наоборот сами получаем. Что нам надо для того, чтобы отразить правильно в программе эти расходы? Переключаемся с вами снова на демо-версию. Итак, как мы уже с вами поговорили, мы отражаем транспортные услуги, финансовый результат и, соответственно, приобретение прочих услуг и активов. Но, значит, транспортные услуги, ну вот, например, любой документ мы возьмем, транспортные услуги, кроме того, что мы заполняем сведения про то, что, кто, где и когда. Мы заполняем услуги, стоимость и так далее. И мы должны создать дополнительно статьи затрат, на которые мы распределяем эти расходы. Статьи затрат у нас с вами распределяются статьи расходов. Вот в этом, допустим, разделе мы можем с вами, это финансовые результаты, контролинг, мы можем с вами здесь дополнить статьи расходов. При создании статьи расходов, то есть вы создаете, соответственно, с вашими бизнес-процессами, и транспортные расходы могут у вас относиться и к, допустим, себестоимости. Если вы ведете торговую деятельность, то в этом случае транспортно-заготовительные расходы будут относиться на себестоимость товаров. Если вы ведете транспортную деятельность, транспортные услуги оказываете, например, сами, то это у вас будет, соответственно, не статьи расходов, а статьи доходов. Но мы с вами посмотрим вот такую. Я для себя делала себестоимость товаров, то, что транспортно-заготовительные услуги. У меня транспортно-заготовительные расходы могут отражаться по номенклатуре, то есть это затраты по приобретению материалов или других ТМЦ, и транспортно-заготовительные расходы, которые относятся на себестоимость по документам поставщика. То есть, соответственно, например, вот при создании такого вида услуги, то есть статьи расходов, я создаю закладочку «Основное», то есть наименование делаю такое, чтобы мне было понятно. И, соответственно, задаю здесь вид аналитики. Если вот у меня уже создан такой вид аналитики, и мне недоступно редактирование, вот, например, типов аналитики. Для того, чтобы исправить в уже созданной статье расходов, мне необходимо через кнопочку «Еще» выбрать «Разрешить редактирование» и разблокировать возможности изменений. То есть в этом случае мне становятся доступны
типы аналитики, и я могу выбрать, например, номенклатуру, что-то другое, то есть необходимо мне аналитику проставить. И то, что самое основное, это закладочка «Бухгалтерский учет и налоги». Если, например, я выбираю товаро-материальные ценности, то у меня, например, производство, и я выберу группу учетов «Сырье и материалы». Если у меня торговля, я буду выбирать, например, 41-й ДР счет. То есть, и, соответственно, к какой деятельности это относится, к основной или к прочей, если это у меня какие-то сопутствующие услуги. И, соответственно, сложу, принимаются или не принимаются для налога на прибыль к статье этих расходов. То есть, таких статей расходов я могу создать несколько. И, соответственно, у меня могут быть разные счета учета. Ну, все зависит от того, какая у нас специфика у организации. Так. Сейчас снова вернемся к нашим слайдам. Вот мы с вами на слайдике видим, что это закладочка основное, транспортно-заготовительные расходы, как у меня было. То есть это мы создаем статьи расходов, ну, с разными вариантами на данном слайде две закладочки. Это основное и бухгалтерские проводки. И я здесь выбрала, как вы видите, учет для торговой организации, то есть 41-й товар, 41-й счет ДР, и, допустим, я могу выбрать 10-й, то есть зависит от того, как специфика организации. Теперь поговорим немножко вот о чем. То есть, когда мы работаем с электронными документами, как я уже говорила, возможность работать с 6 видами документов у нас появилась, начиная с версии ERP 2.5.12.95. Это, в общем-то, не очень древний релиз, но прошлогодний. Сейчас в основном уже используется релиз 2.5.15, 16, 17, то есть уже с учетом изменений, которые происходили в этом году, в 2024. Ну и, как я уже сказала, нам необходимо подключиться к сервису 1С электронный документооборот. Для этого нам надо выполнить дополнительную настройку, то есть это уже не заполнение справочников, а вот, значит, мы с вами сейчас еще перейдем вот по такой ссылочке, раздел НСИ и администрирование, обмен электронными документами и настройки ЭДО. То есть мы с вами переходим на нашу демо-базу и выбираем НСИ и администрирование. Значит, здесь мы с вами выбираем вот так снова, значит, обмен электронными документами и обмен с контрагентами. Значит, у нас находится настройка интеграции, обмен электронными документами. И вот здесь мы с вами, соответственно, выбираем пункт «Обмен с контрагентами» и проставляем флажки, которые соответствуют нашим потребностям. Ну, сервисы дома ставим обязательный флажок. И здесь уже выбираем, то есть, может быть, нам какие-то дополнительные потребуются настройки.
Машиночитаемые доверенности. Ну, то есть, соответственно, выбираем то, что нам необходимо для настройки электронного документа оборота. Мы обязательно должны проставить флажки на электронный путевой лист, электронный заказ и электронный договор фрахтования. Значит, кроме того, что мы с вами переходили через подраздел, мы с вами переходили через подраздел «Склад и доставка», электронные перевозочные документы. Точно такая же возможность у нас есть с вами из подраздела «Продажи». Мы можем точно так же перейти электронные перевозочные документы, только немножко другое расположение. Это у нас находится здесь. На самом деле это один и тот же общий журнал электронных перевозочных документов. И, как я уже показывала, вот такая возможность у нас есть по кнопочке «Создать». Мы можем перейти к созданию конкретного документа. Мы с вами здесь уже были и, соответственно, посмотрели, как создается путевой лист. Ну, естественно, можно создать любой другой документ, который нам доступен из списка. Так, вот слайдик, который отражает еще один адрес, где мы только что были. Это из подраздела «Продажи». Мы переходим в электронные перевозочные документы. И точно так же с ними можем работать, как и из подраздела «Склад и доставка». Вот, как вы видите, этот слайдик иллюстрирует данную возможность. И вот на этом слайдике мы с вами уже тоже здесь были. Значит, когда мы создавали электронный путевой лист, то есть подсказки, какие поля и какие справочники необходимо заполнить, что у меня не заполнено для создания данного электронного путевого листа, и какие настройки необходимо сделать для настройки обмена с электронным документооборотом, то есть с 1С и до. То есть после того, как мы все эти настройки проверили и выполнили, если они у нас не были выполнены до сих пор, например, вы только начали работать с транспортными услугами. И вот теперь мы с вами можем поговорить про учет и командировочных, и вахтовых методов, то есть то, что у нас изменялось в 2024 году. То есть, соответственно, у нас с транспортными услугами связаны дополнительно это командировочные расходы сотрудников, если они у нас, ну, например, наши водители, если мы оказываем с вами услуги, или наоборот, принимаем услуги, то есть воспользовались наши сотрудники возможностью самолетов, поездов, транспортных средств, если, например, на своем личном автотранспорте в командировке не ездили. Как, в общем-то, и во всех разделах практически затронуты все разделы документа оборота. У нас изменения 2024 года, ну, скажем так, систематизируют изменения в налоговом законодательстве, и в связи с этим нам необходимо принять изменения и в локальные нормативные акты. Но в первую очередь это у нас положение о внутреннем распорядке, положение об оплате труда. Есть такой документ, положение о командировках. Это локальные нормативные акты, в которые нам требуется внести некоторые изменения. Какие конкретные изменения? Здесь не сказать, чтобы изменения именно революционные, здесь больше они
регулируют уже то, что имеется, но необходимо, ну, напомнить, что ли, какие документы нам нужны, а какие уже не обязательны. Ну, во-первых, приказ о командировке. Это документ обязательный, в отличие от командировочного удостоверения, которое было отменено и сейчас уже, ну, как бы не является обязательным. Но, тем не менее, многие компании не спешат отказаться от данного документа. Значит, приказ о командировке у нас служит как основание для выплаты работникам авансом. Если у нас его нет, то налоговая инспекция может не признать расходы на командировки. И, соответственно, и транспортные услуги в этом случае в том числе у нас останутся, исключат из состава затрат. Собственно говоря, документы, которые сопровождают эти расходы, у нас унифицированы и существуют уже достаточно давно, в общем-то, не являются какой-то новостью. Это формы Т9, Т9А. Если это у нас групповое, например, мы группу куда-то посылаем. Но, соответственно, если у вас свой бланк разработан, то вы можете его включить в приказ об учетной политике и, соответственно, использовать наряду с унифицированными. Приказ о командировке, как я уже сказала, это обязательный документ, и здесь есть одна тонкость, его надо обязательно сотруднику предоставить под роспись и хранить, к сожалению, мы его должны достаточно долго. И если у нас сотрудники с опасными условиями труда, то 75 лет как кадровые документы. Это если до 2003 года было издано данный документ. И если позже 2003 года, то в этом случае 50 лет. И в случае каких-то спорных моментов работник имеет право запросить копию приказа в любой момент, и мы должны ее выдать. То есть работодатель должен обязательно в обязательном порядке выдать такой документ. Ну и, соответственно, все документы, которые связаны с поездкой, если возникла какая-то конфликтная ситуация. Ну и, собственно говоря, при оформлении командировки мы должны соблюсти несколько условий. Ну, первое условие – это что мы должны выдать работнику аванс. Значит, и, соответственно, по возвращению с командировки работник предоставляет авансовый отчет. И по авансовому отчету мы должны ему либо доплатить какую-то сумму, если он перерасходовал средства, либо удержать. Но если удержать, то здесь необходимо соблюдение двух условий. Несмотря на очевидность, мы должны издать приказ об удержании, и с этим приказом работник должен быть согласен с суммой, которая с него удерживается. И вот здесь необходимо этот момент отразить в положении о командировках. Это не обязательный документ, но, тем не менее, его лучше всего все-таки его изготовить и в соответствии с регламентом утвердить. Это убережет вас от споров с сотрудниками и, в общем-то, в случае каких-то конфликтов поможет отстоять свою позицию. То есть, соответственно, этот документ регламентирует суммы, которые можно без документов принять у работника, и регламентирует, какие конкретно выплаты и удержания, ну, например, если он не смог отчитаться, допускаются из его заработной платы.
Напомню немножко вот следующий слайдик. Это напомню, как оформляется такой документ. То есть у нас раздел кадры. Мы оформляем командировки через раздел кадры. И здесь у нас с вами, видите, достаточно большой перечень документов, которые печатной формы, которые мы можем получить и командировочное удостоверение, и приказ о направлении в командировку. Сейчас мы переключимся с вами на демо-базу. И вот на самом деле меню командировки, и мы попадаем с вами в общий журнал документов, и уже по кнопочке «Создать» заполняем с вами, ну, естественно, наименование организации, дату начала командировки, ну, например, вот так поставим дату окончания, ну, планируем, пусть у нас неделя будет командировки. И, соответственно, заполняем все необходимые сведения. И на всех закладках заполняем все, что необходимо заполнить про сотрудника, которого мы выбрали. Ну, например, вот я выбрала так. Вот. И после того, как заполнены все сведения, мы бы с вами можем распечатать приказ о направлении в командировку. Как я уже сказала, командировочное удостоверение нам не обязательно. Ну, служебное задание может быть, может не быть. Все зависит от каждого конкретного случая. Так, мы не сохраняем. И снова переключаемся на наши слайды. Вот это еще раз слайдик, который демонстрирует то, что мы только что с вами посмотрели. И теперь немножко, скажем так, нормативной информации. То есть, например, при командировках очень часто возникает ситуация, когда, например, ну, либо окончание командировки приходится на следующий налоговый период, либо командировка была, например, месяц, два, полгода, ну, длительная командировка. И возникает ситуация, когда бухгалтерия получает документы и, соответственно, суточные уже после того, как командировка окончилась. Вот здесь есть достаточно такой тонкий пункт, то есть начисление и выплата командировочных после окончания командировки на самом деле будет рассматриваться как нарушение трудового законодательства. Но на прибыль, при расчете налога на прибыль, это не будет иметь влияние на налог. То есть для налога на прибыль командировочные учитываются в момент, когда утверждается авансовый отчет. То есть если авансовый отчет утверждается, естественно, после окончания командировки, то это не является нарушением. Но рекомендуем учитывать, что несвоевременное начисление и выплата командировочных, то есть не до начала командировки, а после ее окончания, может привести к налоговому штрафу, то есть это статья 120, или к административному штрафу, это статья 27 КАП. И, соответственно, в этом случае могут быть, если конфликтная ситуация с работником, например, возникла, могут быть начислены штрафы и проценты по задолженностям. Но, собственно говоря, если вы утвердите положение по командировкам и положение об оплате труда и премиальным, то, соответственно, вам можно будет избежать таких моментов.
У нас в 2024 году произошли основные изменения именно по выплате командировочных и по вахтовому методу труда. То есть, когда сотрудник направляется в командировку, или когда он имеет разъездной характер работы, или когда у него вахтовый метод работы. Соответственно, в этом случае у нас тоже, опять же, ничего нового не произошло, но у нас были изменены суточные необлагаемые НДФЛ у нас 700 рублей по территории Российской Федерации и 2500 рублей, если это территория другого государства. Раньше было суточные при разъездном характере, например, пути и характере работы могли составлять достаточно большую сумму и не облагались НДФЛ. И это, в общем-то, существенно позволяло сэкономить на зарплатных налогах, то есть, так сказать, было лазейки для оптимизации. Сейчас эта лазейка прикрыта, и у нас не облагаются НДФЛ только суммы 700 рублей и 2500 рублей, остальные попадают под НДФЛ. Обратите внимание, сами по себе суммы вы можете начислять, то есть та сумма, которая у вас оговорена, например, в положении об оплате труда или в положении о командировках, может выплачиваться, но не облагается НДФЛ, только вот в этих пределах 700 рублей и 2500 рублей. Особенности командировок в ДНР, то есть на новые территории. На новые территории у нас отдельное постановление касательно командировок по этим территориям. И, в общем-то, в отношении работников, которые непосредственно принимают участие в восстановлении, обеспечении жизнедеятельности, ну, то есть работают на этих территориях, у них немного другие нормативы, то есть средняя заработная плата, которая выплачивается на время нахождения в командировке, у них применяется в двойном размере. Суточные в размере 8480 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке. И также безотчетные суммы, то есть это прочие расходы, по которым они не смогли отчитаться документально, соответственно, оговариваются дополнительно и в соответствии с этими согласованными суммами производится начисление. И по вахтовому методу у нас с вами тоже произошли достаточно серьезные изменения, которые то же самое касались именно оплат за суточные. То есть Минфин неоднократно обращал уже внимание, что компенсация за вахтовый метод – это возмещение затрат, связанных с исполнениями рабочих обязанностей при разработке и установлении в коллективном договоре надбавок за вахтовый метод работы. То есть, соответственно, это еще один нормативный акт, коллективный договор, и там оговаривается, какая оплата предусмотрена за вахтовый метод работы. И было достаточно много арбитражной практики, то есть богатая арбитражная практика была касательно того, что спорная надбавка за вахтовый метод составляла до 50% от заработной платы. Соответственно, с 2024 года принято то постановление о том, что
надбавки за вахтовый метод по-прежнему могут начисляться, но не облагаются НДФЛ, так же как командировочный, только 500, 700 рублей в день. И, соответственно, в этом случае возможность оптимизации зарплатных налогов также, в общем-то, уничтожена, если можно так сказать. То есть мы можем применять надбавку за вахтовый метод, так же, как и раньше, но НДФЛ будет не облагаться НДФЛ, сумма в 700 рублей, а все, что сверху предусмотрено, будет облагаться НДФЛ, так же, как и при командировочных. Еще раз с вами переключимся на наши слайдики. Ой, извините, на нашу демо-базу. И так, то есть, когда у нас с вами применяются транспортные, ну, когда мы применяем транспортные услуги, мы с вами используем финансовые результаты контролинг и, соответственно, статьи либо доходов, либо расходов, в зависимости от того, какие мы услуги оказываем, мы создаем статьи доходов и расходов. А, собственно говоря, чтобы работать с возможностью с возможностью управления транспортными средствами, мы с вами заполняем справочники, которые располагаются в меню под раздел «Склад и доставка». И здесь мы заполняем справочники, которые касаются наших транспортных средств, зон доставки и, соответственно, если это требуется, зон электронные перевозочные документы. Если у нас с вами транспортные услуги, то мы электронные перевозочные документы с вами применяем в обязательном порядке в 2024 году в разделе электронные перевозочные документы, которые мы можем получить с подраздела «Склад и доставка» или «Продажи». И здесь у нас тоже с вами есть перевозочные документы. Для того, чтобы у нас была возможность оформлять электронные перевозочные документы, нам, соответственно, нужно настроить взаимодействие с электронным документооборотом. И, собственно говоря, в этом случае мы используем электронные подписи и настраиваем электронный документооборот. НСИ и администрирование, обмен электронными документами. И здесь мы с вами настраиваем 1С до, заполняем все необходимое. Итак, мы с вами посмотрели, в общем-то, все ссылки на справочники, которые мы должны заполнить, и на изменения в налогообложении. То есть теперь мы можем без налогообложения НДФЛ использовать только размеры, которые установлены для командировочных и суточных 700 рублей и 2500 рублей. И для вахтового метода то же самое использовать эти нормативы. На самом деле, в общем-то, у нас достаточно давно использовались, скажем, эти показатели, то есть 700 рублей, 2500 уже достаточно давно существуют. И я хочу остановить ваше внимание на том, что ну вот, интеграция с электронным документооборотом и обмен электронными документами – это то, что мы уже в обязательном порядке должны делать. И еще мне хотелось остановить ваше внимание на
вот такой возможности. То есть у нас в разделе «Регламентированная отчетность» есть 1С отчетность. Это название не только блока, который включает в себя вот все перечисленные ниже пункты меню, но и 1С отчетность – это сервис. То есть этот сервис позволяет обмениваться напрямую, например, с налоговыми органами. То есть не только по электронному документообороту, но и напрямую на сайте налоговых органов размещать какие-то свои отчеты, свои переписки, то есть вести, минуя операторов ЭДО, вести обмен с налоговыми и другими фискальными органами напрямую. Если мы переходим, вот регламентированная отчетность, это общий журнал отчетности, запускается рекламка. То есть что такое сервис 1С отчетность? Ну, то есть программа здесь себя хвалит. Подробнее про сервис можно почитать вот по этой гиперссылке. И подключиться к 1С отчетности можно тоже по ссылке. Достаточно несложно и не требуется помощь системных администраторов. Это достаточно удобно, но внимание нужно обращать вот на что. Если у вас ИТС, подписка ИТС Техно, то вы должны будете доплатить за этот сервис. Ну, правда, стоимость достаточно дружелюбная, то есть порядка 4800 рублей за год. Но если разделить на 12 месяцев, то получится, в общем-то, сумма, которую многие могут себе позволить. А если у вас ИТС ПРОФ, то вы можете бесплатно подключить одно юридическое лицо из состава своих компаний. И, соответственно, за остальные, если вы хотите, например, у меня 10 юридических лиц, я все хочу подключить к 1С отчетности, то я за один будет бесплатный, за остальные я должна буду доплатить. Это дополнительный сервис, который на самом деле очень помогает, особенно в случаях, когда на ответ налоговым органам отдается, например, немного времени, и в случае переписки, сверок и так далее. И что еще хотелось сказать, в разделе «Регламентированный учет» вот у нас здесь есть пункты уведомления, сообщения и личные кабинеты. Мне хотелось остановиться на личных кабинетах. У нас здесь появилось и несколько интересных моментов. То есть у нас появился пункт «Банк России, личный кабинет». К сожалению, я из демо-версии не могу туда выйти, потому что у нас не настроен обмен, поскольку здесь сведения многие заполнены виртуальные, то, соответственно, свериться с реальным личным кабинетом не получится. То есть этот кабинет сделан, если вы используете какие-то кредитные продукты банковские, ну, например, кредитные линии, овердрафты, там, возобновляемые кредитные линии, то вы с определенной периодичностью представляете в банк отчетность, то есть, например, оборотно-сальдовые ведомости, балансы и так далее. И, соответственно, в этом личном кабинете вы можете сохранять подготовленные документы для отправки в банк, и в этих документах может быть отчетность, может быть машиночитаемые доверенности, ну, то есть информация, которую вы регулярно обмениваетесь с банком. Раньше это делалось на коленке, то есть с использованием Excel или каких-то других подручных средств. Сейчас есть возможность действовать напрямую. И, соответственно, хочу обратить ваше внимание
на портал статистики. То есть у нас в этом году статистика прислала достаточно много новых отчетных форм, и надо обязательно проверить, под какие выборки вы попали по своему ИНН, чтобы не оказалось, что у вас вы попали под выборку, и вам надо предоставлять отчетность, а вы ни сном, ни духом про это не знаете. Соответственно, статистика уже 2 года под в прошлом году и в текущем году выставляет штрафные санкции за нарушение сроков сдачи отчетности. Если это первичное нарушение, то штрафные санкции до 70 тысяч. Если это повторное правонарушение, то штрафные санкции до 150 тысяч. Это, согласитесь, уже достаточно серьезная цифра. Мы возвращаемся к нашим слайдикам. И я хочу вернуться к началу, к нашему титульному листу и еще раз показать вам наши контактные данные, чтобы вы могли ими воспользоваться, если вам необходима помощь. Мы будем очень рады оказаться вам полезными. Еще раз приглашаем вас к сотрудничеству в любом формате. Мы и осуществляем продажу, и настройку, и доработку. Так что будем рады вам помочь и оказаться полезными. На этом разрешите поблагодарить вас за внимание. Компания Codirline благодарит вас за уделенное время, за проявленное внимание к нашим встречам. И разрешите пожелать вам хорошего дня. Всего доброго.